Песок с солью. Крупнозернистый песок клюют. Иногда глины добавляю. И вот она ест, и детей как будто не видит. Все силы, все витамины брошены до следующего потомства. Почему они так быстро размножаются? И вот их в жертву приносили пару зарожденного ребенка. Это вообще даже вообразить нельзя, сколько голубей резали. И никто не говорил, что не снятся ли тебе кровавые голуби. Ну, то есть, человек никакой сегодня. Он ни воли Божией не знает ничего. Одно лицемерство. Вот они вырастают. Вот это с пятнышками, он, значит, по селекции попадает. А как породу-то выводить? Маленькому не достается совсем. Вот этого он уже берет в клюв где-то 5 раз, а тому ни разу. А мать вообще не нуждается, ходит. Вот я заговорил, он сразу отошел. Я вот за самых ног моих здесь. Вот они где. Первый раз вытащил голубят. А он рядом, чтобы он мог как-то подойти к ним. Это сам голубь. А вот мать идет.
Это вот сегодня у нас 18 февраля 2019 года, понедельник. Первый раз выпустил голубят. Вот они сидят. Специально расстелил материя такая, потому что на бумаге они скользят, иначе ноги попортят, на расшарагу пойдут. Он их кормит, подошел, а она даже не подходит. Это означает, она готовится стать матерью. Значит, у нее яйца там внутри ее созревают, и она уже все силы направляет на себя. Ей не до этого сейчас. Будет. Не шевели рукой. Как на глазах все это, он сам голубь, а она пошла туда. Что-то ее крылышки запачкало ей. Видать, внизу сидела и она же не понимает. А он наверху сидел и капнул на нее. А потом, может быть, оттру я у нее. Лезет туда на кухню, а там закрыто. Иначе она на плиту заскочит и сгорит сразу. Пришлось вот такую марлю длинную. Вот он как. Вот так. Ой, хорошо, как, когда голуби-то в комнате, до того ласково. Запомните хорошо, у злого человека голуби не водятся. Которые на меня нападают, у них никого голубей нету. А у меня три голубятни. Они злобятся, главное, и прямо из себя выходят. Злобные-злобные такие. Вот он как показывает, крылышками машет. Да так у нее как точеная фигурка-то какая. Вот так. Я сейчас покажу. Володя, возьми-ка на маленечко, подержи этот аппарат. Я этих малышей вытащу. Заснять надо, какие они есть. Держи-ка. А я никак. Одной рукой держать, а двумя это я фонарик надо держать. Вот у меня фонарик такой. Кто-то мне его подарил, до того хороший. Вот, сколько, не знаю, как он заправляется еще. Или какая. Вот так нажмешь еще раз. Вот так, 2-3. Потом нажмешь вот так вот. Больше. Еще нажмешь. Сам начинает работать. И маленький в кулак зажмешь. Смотри. Видишь, какие лесота заиграла, как у молодой. Такое же, ну, Игнатий. Но что-то недовольна чем-то. Я полез туда. Ой, вот это вот сейчас ты как правильно, сейчас это мне убрать надо. Это не нужно тут. Ну это. Да. А он? А? Он фонарик-то не нужен вам? Да вон, внутри-то как не нужен? Так я вам свечу. А, ну ты прав. Да, свети, я их сейчас вытащу показать. Так, маленький в эту сторону головой, а большой. А почему большой? Видимо, все-таки два дня значит что-то. Вот так. А вот интересно, какой вот зоб у него прощупывается. Вот она. И у них прощупывается там все. Вот рукой задень вот здесь вот. Пшеница прямо прощупывается. Вот здесь, вот задень у нее, зоб, вот впереди, под крылышком. Да, да. Вот здесь вот. Прям пшеница целая. Вот они где. Давай сюда. Ну-ка, давай. О, как лягушатник. Каково? Ну, тут никак, никак. Скользкая бумага. Ну-ка, давай на хорошую. На ковре. Пошли. То есть, ему надо куда-то прятаться. Это у него уже в природе попер. Ой, какие.
Вот таких миллионы, миллионы в жертву приносили в Израиле. Сколько детей рождается на каждого 2 голубенка. Да как взрослые. За 1000 лет сколько было? А я каких-то показал, на зиму мне голубей не надо. Да с ума сходят. Ох, и лицемерный народ пошел. Ужас какой. Сами едят, курицы едят. Все жрут. Я мясо не ем. Я говорю, у меня 200 голубей, что их делать? А в зиму могу прокормить 25 только, до весны дотянуть. Понимаешь, это безумие одно. Вот они, голуби, если надо, значит, кошкам отдай, а так держи. Нет, значит, я один раз сразу пришлось заколоть 300 голубей, 300. Представь себе, какая туча. Еще бы я как, кормить-то нечем, вокруг снега, он не вылетит, сова залетает, сова в один день перетаскает их все на зиму. А кто-то держит голубей, кто нападает? Нет. У него пятнышки на шее. Это уже заранее у него... Вот она где. А почему? А отец такой, у него он там это, маленький хвостик черный-то. А тут вот он, хвостик у него черный. Вот он, гляди. Вот я его сейчас приучаю. Беру за это и тяну за клюв. Давай, давай, вот он идет. Я его приучаю, чтобы он ручной был, я его должен за клюв. А то он ищет родителя, поись. Вот они, пекунщики какие. А уши-то дырочки прямо, гляди, вот они где, вот она. А носы какие длинные. А вывели породу, но клюв короткий, и она не может за клюв его взять. И кормить отдают другим голубям, одновременно, которые там подсовывают. Вот собака, допустим, породистая, а щенков 8, она не прокормит. А как? А беспородные собаки, так она задавит их, задавит, надо знать как. Надо эту собаку подоить, как корову, а молоко-то есть. Этим молоком, той, которая будет суррогатная мать-то, и этих щенков породистых помазать, а потом принести туда, когда ее нету, ну, подстилка там еще, солому, этой подстилкой их вымазать. Она придет, она нюхает и не может понять, ее и не ее. Как один раз покормила, все, можешь уходить, теперь она будет кормить. Вот как. Это же все надо знать. И у голубей точно так же. Выбраковывают. То есть сейчас вот есть, вот он голубь. А уже у него пятно там, все это, все сейчас его режут и выбрасывают. А по-другому никак. Породу-то как выводить-то? И которые нападают, это люди ощумевшие. Это даже не лицемерие, а беснование. Это Бог дал пищу. Авраам, когда приносил Исаака в жертву, а там вол, это, баран запутался. Он что тебе сказал? Исаак, отвернись, я заколю. Ребенок все это видел. А то психику, нарушения бесноватые. Психика, никаких слов этого Бог не дал нам. Тысячи жертв приходили с детьми, поклонялись. Дети видели. Это все естественно. Это так Бог дал. Ну все, побыли. Давайте на место. Это смотри, насколько больше-то вот его. Вот этот. О. Ну они, главное, хорошо. Там мать была такая, чрезмерно любящая. Она сидела на них. Ему ногу-то некуда, и ноги-то вот так вот. Он такой калека был, и все кошкам. А эти родители не сидят на них. Ну, может быть, будет. Ножка-то правильно у тебя идет? Ножка-то как у тебя? Ну-ка, давай посмотрим. Ну-ка, ножка. Ну, нормально шагает. Пошел. Нашел на этого депутата. О, это скользко тут. Давай назад. Давай, 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 давай. Он сидел у меня на ту сторону головой. Надо запомнить, куда у него голова была. О, давай сюда. О, сейчас я попробую, посмотри. Вон, я правильно его посадил. А у этого голова была сюда. А имеет ли значение? Ну, может, и не очень, но имеет. Ну-ка, крылья как, прижали они? Да разбрелись. Все, они накормят их. Они вот, они рядом, на расстоянии 40 сантиметров около меня сидят. Вот это очень пугливая была самочка. Это ничего, привыкла. Ласка, ласка. Как Филипп Филиппович говорил. Ласка, ласка. А потом обратно в собаку превратил его. А что с ним делать-то? Шариков-то оборзел. Так, ну все тогда. Благодарю. Документы на место. Документов много у меня.
Ну вот так. Ну еще, дай мне папки там какие еще. Так, ты какие папки? Оттуда? Так я вчера дал. Ты правильно сказал. Ах ты молодец. Забывай включать. В конце посмотрю, нет еще. Они у меня на землю не хотели слетать. Наконец я их приучил. Насыпаю сюда семечек, воды дал, все условия там. Вот он как. Вот он как. Надежда Васильевна документы тут ищет, который день уже сидит. Ну, положи, я возьму, уберу. Только сейчас включил, а нажать не нажал. И Володя с той стороны мне и говорит. Включил, оказывается, нет. Вот такой репортер. Вот они собирают все. Это им интересно. Сегодня у нас 19 февраля. Второй день. Я вот простилаю особый коврик для голубят. Вот они. А вокруг них насыпал семечки, чтобы они к ним подходили. Начинали здесь кормить. Вот так приручаются. Вот он уже на ножках поднимается. А там, где здесь сидят, ноги под ними, ходить некуда. Не развиты будут. Вот теперь подошел и с тазика пьет. Это он. А это мать. Готовится новое гнездо сделать. Видишь? На них не обращает внимания. Кормит как. Он что съел, размочил и отрыгает голубиное молочко. Клюв, клюв, как из пипетки. Это делает отец. Мать даже не подходит к ним. Не подходит. Почему? Она силы бережет. Яйца в ней образуются. Сейчас готовится. И все. Вот она. Второе гнездо готовит. Вот такие они маленькие. Она уже готовится в роддом пойти. И она их как будто бы не знает, не кормит. Теперь всю заботу берет отец на себя. Отрыгает ему. А второй не трогается, лежит. То ли сытый, то ли еще. Обычно они за родителями бегают. Кормежка идет. Все, пошел дальше. Вот он отрыгает как бы. Теперь второго. Как Господь сделал. Ни курица, никто изо рта не кормит. Вот цыпленок маленький, червячка брось. Ну, один день как вылезет, один день из яйца. И они уже друг у друга хватают и тащат в сторону. А это нет, изо рта в рот. Уже летать будут, все, большенькие, все кормят и кормят. Сейчас я посмотрю, что там делается, куда она ушла у него. Вот я почти вплотную к нему подошел. Сейчас я там посмотрю. Вот так. Вот она здесь. А это вот новое гнездо, которое я вчера им тут наложил и так стенку возвел.
О, как все удивительно, удивительно. Я хожу везде за ними, убираюсь, и сейчас утром кого нет. Они друг на друга клювиками положили, греют друг друга. Ну, тут тепло в избе, почти 20 градусов. Натопили, на улице хорошая погода. А здесь как? Коробка. Вот если... Что я завтра покажу? Полный процесс, как я кошек загоняю, как их выставляю. Вижу, что у нее там мало в этой, надо взять. Очень прожорливая птица. Думаю, можно еще и оставить. Пусть заедает. Чтобы она не опрокинулась, она у меня со всех сторон тут зажата. Это залезло. Это днем выпускаю, 4 часа. Кошек спрятал. Голубей выпускаю. Прямо возле ног моих ходит. Пьет не как курица, не поднимает голову, а как лошадь. Видишь как? Вот так и наблюдают. Ну вот так временная свобода дается им. Ну как это? Относительная свобода. Но однако можно летать. Гуля, они меня не боятся. Это я им семечки пшеницы кинул. Это голубка пьет. И вот отправляется, тут собираю, а бывает на ковер, и все это начинаю убирать. Ну а как по-другому? Все, сейчас надо скорее убрать, пока не растоптали.